Сборная России по футболу спортсменов с заболеванием церебральным параличом проводит в Сочи первый в этом сезоне сбор. Его цель – это физическая подготовка и наработка технических навыков. Обычно национальная команда базируется на центральном стадионе, но сейчас его поля готовят к чемпионату мира, поэтому тренируются футболисты на Мацесте. У нас первый сбор в этом году. Сейчас собрались все команды первый раз. Будем такой, наверное, подготовительный сбор. Чуть-чуть физику поднимут, вспомнить тактику, все такое. Ну и тренер, наверное, смотрит новых кого-то игроков. Помимо основного состава, в Сочи на сборы приехали и члены молодежной команды. И тех, и других в этом году ждут серьезные старты. У нас в июле будет в Голландии чемпионат Европы. Еще у нас будет в августе молодежный чемпионат мира 19-летний. И несколько игроков сейчас даже из молодежной сборной команды находятся здесь. Кстати, наша национальная сборная сегодня в числе топовых команд мира. Футболисты дважды в истории выиграли Паралимпийские игры. Они трехкратные чемпионы мира. У меня много регалий. И паралимпийский чемпион, и чемпион мира, и обладатель Кубка мира. У меня только единственного звания чемпиона Европы нету. Исправить это футболисты постараются уже в июле. Кстати, в числе своих основных соперников российская команда называет Украину и Англию. Ну а на сборах в Сочи паралимпийцы пробудут 12 дней. Инга Габеша, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.